Вот такой красивый пейзажик. Лунную ночь мы с вами нарисуем. Можно взять акрил, можно взять гуашь. И вперед. Я опять рисую мастихином, моим излюбленным материалом. Я беру краску синюю, кармин красный, желтый и белый цвет, ну, естественно, и крахмал. Мастихином помечаю горизонт, где будет небо соединяться с водой. И смешиваю воду, водичку, как бы, краску и крахмал. И делаю беспорядочные движения мастихином. Я пометила посерединке луну, где должна остаться краска, но там мы сделаем посветлее цвет. Значит, ближе к луне мы делаем светлее мазки. Ну, сочетание синего с кармином, белое. И вот так мы обязательно воду добавляем, чтобы лучше скользил мастихин по бумаге. Ближе к горизонту светлее у нас небо. Добавим чуть-чуть еще водички, чуть-чуть желтенького, поджелтим и уже обозначим нашу луну круговыми движениями. Плавный переход. Чуть-чуть смажем мазочки. И вот небо почти готово. Переходим к водичке. Вода у нас будет светлее. Мазки идут горизонтальные. Чуть желтенького, синенького, белого. И оставляем следы, полосочки. Не разравниваем, а оставляем движение воды. И рисуем лунное отражение. Белое с желтым цветом. Промазываем на горизонте и под луной. Лунная дорожка. Смешиваю кармин, синий, желтый, получается темно-зеленый, и рисую берег. Берег с одной стороны, и он продолжается на другой стороне бумаги. Вот. Чуть посветлее будет с краю, на краю берега, так как луна светит. И попробую процарапать кустики, пометить, где они будут находиться. Трава, кустики. И потом цветом этим же темненьким мы рисуем соломины, травку на берегу, движением к центру. То есть они у нас наклоненные такие. Может, от ветра. Каждой соломинки свой характер. Травку на другом стороне рисуем. Стараемся не повторять рисунок слева и право. Лучше пусть разные будут по сюжету наши берега. Ну, кисточкой я, конечно же, уточняю. Рисую стебелечки более тонкие, колосочки, листики. Работа быстрая, интересная. Желто-беленькие краешки от луны, чтобы у нас подчеркивала лунную ночь, загадочная ночь. Еще где-то уточняю и уже к завершению я приближаюсь.
чуть-чуть какие-то моменты и будем смотреть. Классно. Ну вот вам лунная ночь. Рисуйте с нами.